Всем привет, ребята! С вами я, Доресса, и в этом видео мы будем с вами смотреть еще одно видео, которое мне та же самая подписчица отправила. Она мне написала в комментариях то, что надо было проходить тот тест, а я не так его понял, ребята. И она мне сказала просто пройти еще раз, только уже другой тест. Вот. Кому, ребят, это видео понравится, с вас лайк, подписочка ниже на канал. Погнали смотреть! Прошли по ссылке в описании, либо случайно попали на этот видос, это совершенно не важно. По ссылочке. Самое главное то, что прямо сейчас вы попробуете пройти гипнотест и понять, насколько вы гипнабельный человек. Возможно, это сработает на вас, возможно, нет, это совершенно не важно. Главное, расслабьтесь, получайте удовольствие. И прямо сейчас здесь появляется тот самый гипнотизер Владимир Ефимов. Всем привет! И в этом видео вы пройдете еще Здорово. Один очень интересный тест на гипнабельность. Для того, чтобы он получился, в первую очередь займите удобное положение перед своим монитором, либо перед экраном своего телефона. Телефон уберите из своих рук, поставьте его перед собой, так, чтобы ваши руки не были заняты. Будет идеально, если вы сядете в кресло, либо сядете на стул. Если вы удобно уселись, просто посмотрите мне в глаза. И просто в первую очередь, что вы должны понимать, не подыгрывайте, одновременно не сопротивляйтесь. Гипноза не существует, существует только самогипноз. Если вы захотите, он действительно начнет работать. Поехали. Смотрим мы чисто в глаза, ребят. Смотрите мне в глаза. Смотрим. Делайте глубокий вдох. И на выдохе глаза закрываете. Позволяя себе максимально расслабиться. Глаза закрыли. Тем временем продолжаете слышать мой голос. Возможно, вы слышите какие-то посторонние звуки, но они оказывают на вас исключительно успокаивающее и расслабляющее действие. Ну, очень хорошо. Ну, а прямо сейчас переведите все свое спокойствие и расслабление на свои веки. Переведите все это расслабление на веки. Просто позвольте своим векам расслабиться до такой степени, чтобы они перестали работать. Просто представьте, как ваши веки расслабляются все больше, больше и больше. С каждым моим новым словом, с каждым моим новым вдохом, выдохом, веки ваши будут расслабляться все больше, больше и больше. Одновременно с тем, как расслабляются ваши веки, почувствуйте, как расслабляются ваши руки. Вместе с тем, как расслабляются руки, почувствуйте, какими тяжелыми, расслабленными становятся веки. Просто представьте, что веки расслабились до такой степени, что уже перестали работать. Я щелкаю пальцами, и веки расслабились, и уже действительно не работают. Просто представьте, что они веки полностью расслаблены и тяжелые, словно на каждое веко повешена двухпудовая гиря, тяжелая, неподъемная. Словно чем сильнее вы пытаетесь тянуть веки вверх, тем больше они расслабляются, тем больше неподъемными и тяжелыми кажутся ваши веки. Чем сильнее тянет, тем хуже получается. Чувствуете это максимальное напряжение в своих веках. Расслабляете свои веки, все расслабление с век переносите на макушку головы в виде приятного расслабления. Из макушки головы приятным солнечным светом пропускаете это расслабление вниз по всему телу, замечая, как расслабляются мышцы шеи, замечая, как расслабляются ваши плечи, как расслабляется грудная клетка, мышцы спины, живота, расслабляются ваши ноги. Просто позвольте себе действительно максимально расслабиться. И заметив, что если позволяете себе максимально расслабляться, то вы начинаете чувствовать, ощущать все свое тело намного лучше. Почувствуйте тяжесть своей правой руки, тяжесть в своей левой руке. Почувствуйте, насколько тяжелые ваши ноги. Очень хорошо. Ну а прямо сейчас сконцентрируйте все свое внимание на своей правой руке. Почувствуйте свою руку от плеча до кончиков пальцев. И просто медленно вытягивайте ее вперед. Правую руку вытягивайте вперед, параллельно полу, и сжимаете ее в кулак со всей силы. Рука горизонтально полу. Кулак сжимаете со всей силы, словно в руке находится металлический шар, который вы пытаетесь раздавить со всей силы. Сжимаете кулак все сильнее и сильнее. Замечаете, как напрягается ваш кулак. Замечаете, как напрягается запястье, предплечье, локоть, бицепс, как напрягается плечо. И просто представьте, как вся рука напрягается все сильнее, сильнее и сильнее. Просто представьте, как напряглась вся рука от плеча до кулака. Просто начинаете ощущать, как рука становится все тверже, тверже и тверже. Просто представьте, что рука стала настолько твердая, что уже не сгибается. Просто почувствуйте напряжение, которое возникает.
проникает в ваши руки. Чем сильнее сжимаете кулак, тем тверже становится вся ваша рука. Вся рука становится деревянной, словно сухой. Твердый ствол дерева, твердый и несгибаемый. Рука превращается уже в железобетонную, становится твердой, железобетонной, несгибаемой. Рука твердая, несгибаемая до такой степени, что когда ты считаешь до трех, чем сильнее будете пытаться гнуть руку, тем более твердая, несгибаемая будет становиться один. Максимальное напряжение в вашей руке 2. Рука твердая, несгибаемая 3. Чем сильнее пытаетесь ее гнуть, тем тверже она становится. Рука все тверже, тверже и тверже. С каждой попыткой согнуть руку, она становится еще более твердой и несгибаемой. Замечаете, что согнуть ее уже невозможно. Рука все тверже, тверже и тверже. Когда хлопнул в ладоши, рука грохнется вниз, как тяжелого мокрого полотенца. А вы расслабитесь в 2 раза глубже, чем буквально мгновение назад. 1, 2, 3. Рука падает вниз, а вы просто ныряете в расслабление и погружаетесь в него. Еще в 2 раза больше, в 2 раза глубже и в 2 раза расслабленнее. Почувствуйте это приятное, успокаивающее чувство, которое пробегает по всему вашему телу. Ну, очень хорошо. Приятное спокойствие и приятное расслабление. Я начну счет от 1 до 5. И когда я скажу 5, ваши глаза откроются, и вы вернетесь в свое обычное состояние. Причем будет приятное чувство бодрости и энергии, словно вы прекрасно отдохнули и замечательно выспались. 1. Приятное, глубокое, ровное дыхание. 2. Почувствуйте, как приятная энергия пробегает по всему телу. Ощущаете себя здесь, сейчас. Всецело, глубоко и полностью. 3. Понимаете, что сидите у себя в комнате, вам хорошо и комфортно. 4. Сделали глубокий вдох, почувствовали максимальное напряжение в груди, в плечах. И сильный-сильный выдох. 5. Глаза открываете. Привет. Все свои ощущения пиши под этим видео в комментариях. Делитесь этим видео, делайте репосты, ставьте лайки, обязательно нажимайте колокольчик. С вами был проект «Под гипнозом». Спать! О, ребята, это реально работает. Вот расслабляешься, прям аж чувствуешь, что твои руки как тряпки, мокрые. Просто вот лайк за вот это видео. Лайк. Надеюсь, Елена, тебе понравилось то, что я сейчас вот сделал. Вот, я думаю, уже ты не скажешь, что я его не прошел. Я уже тест как мог проходил. Тест, да, как ты говоришь, опиши его, да. Тест вот такой. Но просто... Отличный тест, короче, вот одним словом. Расслабляется полностью все тело, полностью все, ребята. Чувствуется прямо аж как сердце тух-тух-тух, вот отвечаю. Если на видео было заметно, у меня вот так вот аж вот так вот все дало. Потому что сердце тух-тух-тух. До сих пор бьется. А, сердцебиение восстановилось уже, прикольно, ребят. Лайкос просто за вот это вот видео. Идеальный лайкос, ребят, ставим. Просто бомба. На этом у меня все, ребята, с вас. Лайк, подписка на это видео. На мой канал тоже подписочка. Не забудь, не забудь. С вами был я, Дорейса. Всем удачи, всем пока.